Разыграли мяч. Подача. Опасный момент. И 1-0. Вот так. Это футбол. Не забиваешь ты, забью тебе. Отличился Даниэле Кротче. Номер 11 у Эмполи. Пожалуй, первая атака гостей. Такая полноценная, нормальная в этом матче. Заканчивается забитым мячом. Даниэле Кротче отличился. Посмотрим всю атаку, не только завершающую фазу. Мяч был из-за боковой введен. И далее была подача в штрафную площадь. Там пару рикошетов. Мяч. Смотрим еще раз. Вот здесь подача. Не получился удар у Зелинский. А подавал мяч в штрафную Пучарелли. Именно он подавал. Мяч долетел до Кротче, того потерял. Собрал все практически Сансоне. Пас на Тайдера. Опасный момент. И 1-1. Сосоло сравнивает счет. И забивает гол футболист под номером 7 Симоне Миссарелли. Симоне Миссарелли. Первый гол в 7 матчах. Вот так Симоне, центральный полузащитник, подключился к этой атаке. Ну, там просто был как центр-форвард. И Симоне Миссарелли забивает очень важный гол. Сыграл как заправский центр-форвард. На опережение, возможно, технично, может быть. Но, по крайней мере, хотя нет, все очень было грамотно сделано. Он так развернул. Хозяева забить пенальти. Смогли свои. Получилось. Миссарелли, автор первого гола. Пас налево. Опасный момент. Берарди забивает гол с игры. Да. Доминико Берарди не забил пенальти, но вот с игры отличился. 3-1. Сосоло просто громит в тайме втором соперника, причем играет с удовольствием в атаку. И все получается у подопечника Эйсебио Ди Франческо. 3-1. Третий гол Берарди. Забил головой и свою левую не подключил.